Миллионы рублей ежемесячно приносит своим владельцам незаконные рекламные щиты. Причем от этого немалого куша в областной бюджет не поступает ни копейки. Бизнесмены аренду за землю не платят и право на размещение рекламной конструкции не приобретают. Лавочку пора прикрыть, считают участники общественной комиссии при губернской думе. Часто найти владельца щита не получается. Их оформляют на фирмы-однодневки. Но вот тех, кто рекламу размещает, призвать к ответственности вполне можно. Необходимо рассмотреть возможность об установлении федерального законе о рекламе требование, что размещение рекламы на рекламной конструкции, установленной эксплуатируемой без соответствующего разрешения, не допускается. Если предлагаемые поправки вступят в силу, рекламодатель будет обязан сначала изучить, законна ли рекламная конструкция, а только потом размещать рекламу. За несоблюдение этого требования грозит административная ответственность. Это дисциплинирует прежде всего и рекламодателей, и самое главное, это выбьет экономическую почву и целесообразность изготовления и размещения незаконных счетов. Плюс ко всему мы сэкономим большие средства бюджета. Комиссия направит свои предложения в профильный комитет губернской думы для рассмотрения. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.